понастроили для карликов. Тоже мне гостиница. 5 звезд, яма. Крыты хреновые. Накопали. Будет весело, говорили они. Езжай в отпуск в экзотическую страну. Отдохнешь там. Вот тебе билеты. Все включено. И бабы, и бухло, и жратва. Ага, сейчас. А я что? Я человек простой. Взял, подписал билеты, взял и полетел. А меня тут сразу встретили, выдали. Вот, фуфайку черную. Как оказалось, я прилетел не отдыхать, а воевать с клятыми меликанцами. Вот так, друзья, обязательно читайте, когда вы что-то подписываете, что там написано внизу мелким шрифтом. А то вас, как меня, отправят хейтеры во Вьетнам воевать. Местные торжественно вручили мне винтовку, с которой, по-моему, еще мой дед в гражданку воевал. Партбилет, и теперь я вьетнамский коммунист. Вьетконговец. Воюю в туннелях, воюю на деревьях, в них же и живу. Из экзотики вижу только желтые морды, рис и джунгли. Когда же уже этот отпуск закончится? Мама, забери меня назад, я домой хочу. Приветствую вас, зрители канала Бродекс. Раз уж я стал вьетконговцем, то перед тем, как я сяду жрать, давайте разберемся, кто же это такие. Термин «вьетконг» произошел от сокращения «Вьетнам Конг Шан» – «вьетнамский коммунист». Вьетконговцами американцы называли всех северных коммунистов, южных коммунистов, да и вообще всех коммунистов Вьетнама. Сами же партизаны называли себя «Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама». Появился этот фронт в 1960 году. И его основной целью было свержение правительства на юге Вьетнама и установление там коммунистического режима с дальнейшим объединением Северного и Южного Вьетнама в единую страну. Формально Народный фронт Южного Вьетнама подчинялся приказам Севера, однако у них были периодические разногласия о том, как вести боевые действия против американцев, да и по ряду других вопросов тоже. В городских условиях вьетконговцы предпочитали действовать террористическими методами, в основном с применением различных подрывных устройств. Однако в сельской местности Народный фронт развернул полномасштабную партизанскую войну против правительственных войск Юга и их американских союзников. Обычная тактика вьетконговцев заключалась в том, чтобы ударить в неожиданном месте, создать кратковременное численное превосходство и тут же раствориться в джунглях. В дальнейшем бойцы Народного фронта совместно с армией Северного Вьетнама принимали участие в ряде очень крупных наступлений. Однако все-таки основной тактикой действия вьетконговцев это была партизанская война, которой способствовал и рельеф местности, и джунгли Южного Вьетнама. Постоянные партизанские действия держали американских солдат в напряжении, изматывая их как физически, так и психологически. В 1975 году южно-вьетнамский режим был свергнут армией Северного Вьетнама, и Народный фронт взял власть в свои руки. В следующем году Северный и Южный Вьетнам были официально объединены в одну страну, которая получила название Вьетнамская Социалистическая Республика, и Народный фронт прекратил свое существование. Друзья, однако, если вам не интересно вся эта красная угроза, буржуи американские, холодная война, вам больше нравится средневековье и вы хотите почувствовать себя настоящим средневековым полководцем, игра Conqueror's Blade для вас. Новая бесплатная игра Conqueror's Blade уже в открытом доступе и доступна всем. В игре обновилась графика, добавились новые войска и карты, был улучшен и изменен баланс. В игре есть как PvP, так и PvE битвы, а еще режим осады, масштабные сражения, 30 генералов, 1000 юнитов на одном поле боя. Выбери своего героя-генерала, собери под своим знаменем огромную армию и вперед! Грабь караваны, завоевывай, покоряй новые территории или вступи в клан и прими участие в клановых войнах. А еще строй и развивай собственный город, добывай ресурсы, производи оружие для своей армии и штурмовые орудия, без которых невозможна удачная осада. Ну и конечно, какое же средневековье без турниров? Прими в них участие и победи! Conqueror's Blade постоянно улучшается и развивается. В дальнейшем будут доступны еще больше различных юнитов. Так что переходи по ссылке в описании и качай прямо сейчас, пока смотришь наш ролик. Удачи тебе в боях! Итак, чем же питались эти самые бойцы Народного фронта, партизаны-вьетконговцы? А где еда? Это все... Тьфу, это все!
Я тут умру с голода! Всю остальную еду забрали проклятые меликанцы! Беда. Естественно, вареный рис. Рис вообще основа любой азиатской кухни. И Вьетнама тоже. Посевы риса занимают огромные площади по всей стране. Сейчас Вьетнам находится на втором месте по экспорту этой культуры во всем мире. Вареный рис был основой рациона вьетнамского крестьянина, да и партизана тоже. Если повезло, в него клали кусочки вареной рыбы. Похоже, я невезучий вьетнамец. Нету у меня вареной рыбы. Придется есть его так. Безвкусное кашло. Хорошо, что у меня есть волшебный вьетнамский соус. Вьетнамский рыбный соус Ngoc Mam. Он используется как в приготовлении различных блюд, так и дополнение к ним. Делают соус Ngoc Mam из мелкой рыбешки, типа нашей кильки или анчоусов. Рыба слоями выкладывается в бочки, глиняные кувшины или даже в бетонные чаны. Слои пересыпаются большой порцией соли. Сверху идет крышка и груз. После этого емкости стоят от 3 месяцев до 3 лет. Чем дольше делается этот соус, тем он считается лучше. За это время рыба практически полностью растворяется в соли и собственном соку. Потом полученную массу пропускают через фильтр, жидкость, которая прошла, и есть соус Ngoc Mam. После получения соуса первого отжима оставшуюся массу забрасывают назад в эти же бочки и снова заливают водой. И опять пропускают через фильтр. И так до 3 раз. Соответственно, самый лучший и самый дорогой соус Ngoc Mam — это первого отжима. Во время войны с американцами неоднократно были случаи, когда вьетконговцы пили этот соус, чтобы не умереть с голоду, жрать больше нечего было. А еще с помощью него лечились различные болезни, желудочные там, я даже не знаю, какие еще можно лечить таким соусом болезни. Ну и еще он считается отличным заменителем соли. Говорят, он очень, очень вонючий. Ну, сейчас мы это проверим. Как нас на уроках химии учили запахи определять? Зря я так сделал в конце. Ой. Плохо пахнет. Рыбкой тухлой пахнет. Да, сшибает так слегка. Надеюсь, вкус у него не настолько мерзкий. Ладно. Слава Вьетнаму. Запах не стал лучше. Ой. Ой-ой-ой, сейчас мы это будем есть. Ой, дядюшка Хо и все красные заступники, помогите. Как они тебе палочками едят? А, вы знаете, вот вкус у него, в отличие от запаха, ничего такой. По крайней мере, рис из безвкусного стал таким пряно-соленым, но вот при этом его лучше не нюхать, когда ешь. Все, это вы меликанские крысы! Провода перегрызли! Пожрать! Сейчас я вам Перл-Харбор устрою! Хамы, понаехала! Пожрать спокойно не дадут! Что тут у меня еще есть? Рисовые лепешки из рисовой муки и воды. Пресные, безвкусные, но сытные. Такие лепешки бывают нескольких видов. Бывают очень-очень тоненькие и большие, или вот такие вот маленькие блинчики. Их можно есть просто так, можно в них класть какую-то начинку или полить соусом, ну и получится такой, как это как называется, лаваш, не лаваш, как шаверма, шаурма.
Ну, я буду есть просто так. Сушеное мясо. Вообще, мясо партизаны видели нечасто. Не, вернее, видели они-то его часто, но в основном в виде оторванных частей тела. А вот ели гораздо реже. Что такое? Вам не понравилась моя шутка? Отличная шутка, да. И конкурсы хорошие. Нас пропустят с этой шуткой на YouTube. Продолжать, хорошо. Так вот, как я уже сказал, ели они мясо нечасто. В основном это было сильно высушенное мясо буйволов. Причем таких буйволов, которые уже не могли просто работать на полях, их тогда забивали. Вы представляете, какое у них было мясо уже по крепости тогда? Его очень-очень сильно сушили и брали с собой. Если была возможность, из такого мяса варили похлебку, бульон для того же риса, либо лапши. Потом доставали это мясо и ели. Если такой возможности не было, то это мясо грызли просто так. Ну да, его можно очень долго жевать. Мне спешить некуда, пока война идет, а я жую буйвола мясо. Эй, мясо буйвола. Очень жесткое, волокнистое, соленое хрень. Что это мне в бок там упирается? Консерва! Ай, сейчас попируем. Не тот подсумок. Перепутал консервы. Это для американцев. А вот это для меня. Партизан Южного Вьетнама едой, да и не только ей, снабжал Северный Вьетнам. По тайным тропам, которые назывались Чангшон, а американцами были прозваны тропой Хошимина, нескончаемым потоком на юг шла еда, медикаменты, боеприпасы, оружие и пополнение. Иногда до вьетконговцев доходили советские консервы. Братская помощь народа СССР. Самыми любимыми были сгущенное молоко и рыбные консервы. Причем, чем хуже их качество, тем больше они нравились партизанам. А вот тушенку партизаны не любили. Для них она была сильно жирная. Ну и, конечно же, у пленных либо убитых американцев, если была возможность, забиралась любая еда. Грабились военные склады. А еще выменивалась, либо покупалась через подставных лиц у нечестных интендантов американские ИРП. Килечка в томате! Сейчас попируем. Никогда еще ей так не радовался. Родиной запахло, домом. Лучше бы, конечно, сгущеночка была или тушенка. Ну да ладно, Дариной кильке в зубы не смотрят. Не, ну так и этот безвкусный рис с этим дебильным соусом можно есть. Ну теперь костерок бы, гитару и как в походе. И пару вьетнамских шлюх. И пару вьетнамских шлюх! Ну таких, которые не заразные. Меликанцы! Ах ты сука! А вот нефиг, будет знать империалист Хленов, как осквернять землю Вьетнама. Лис, солененький, очень, очень вкусный. Я, по-моему, выучил вьетнамский язык. Друзья, но на него лучше смотреть издалека. Фух, обиделись, наверное.
Суки, всю еду испоганили. Беда. Друзья, быть вьетконговцем — это такой стресс, труба. Запью хоть его. Закусить бы, что оставили. Варвары, все сломали. Апельсинка есть. Фу. Хороша настоечка из женьшеня. Спасибо, что не из боярышника. Вообще, во Вьетнаме делают много алкогольных напитков, но большей части для туристов. Сами по себе вьетнамцы пьют немного. Самая народная настойка, ну, не считая той дряни, что продают туристам, типа настойка со змеей, со скорпионом или с жабой, считается настойка из корня женьшеня. С глубокой древности во Вьетнаме из корня дикого женьшеня делают вот такую вот настойку. Этот напиток во Вьетнаме считается лечебным. Он придает силы, добавляет молодости, укрепляет здоровье. Ну и вообще ему приписывают множество всяких целебных свойств. Во время войны с американцами именно она помогала партизанам выжить и продержаться в джунглях и тоннелях. Помимо того, что ее выпивали, так сказать, в лечебных целях, так она еще и укрепляла боевой дух воинов. Короче, прямо волшебный эликсир вьетнамских галов. Ну, как говорят у нас здесь во Вьетнаме, мо хай байо. Что в переводе раз, два, три и понеслось. А хорошо так по трубам пронеслось. По вкусу чуть-чуть, конечно, напоминает настойку боярышника, но послаще и покрепче. Мне нравится больше, по крайней мере. Вот и фрукточка пригодилась. Кстати, дополнением к рациону вьетнамских партизан были всевозможные местные фрукты и овощи. Вьетконговцы, да как и вьетнамские крестьяне, ели практически все, что только можно было съесть, включая побеги бамбука. Итак, друзья, пока ко мне не приползли опять какие-то меликанские клысы, давайте подведем итоги. Вьетнамские партизаны питались очень скудно, но это опять же по меркам европейцев или тех же американцев. Горстка вареного риса с кусочком рыбы или сушеного мяса, пару лепешек рисовых и, если повезет, что-то еще. Вот и весь рацион вьетнамских воинов. И это не всегда было на один раз. Очень часто это была вся еда на один день. Однако по меркам тех же вьетнамских крестьян на тот момент это была стандартная порция еды. А так как большинство вьетнамских партизан это вчерашние крестьяне, то они считали, что в принципе и неплохо питаются. Особенно если добавляли к своему рациону какие-нибудь советские консервы или американские трофейные ИРП. Все, друзья, надоело мне тут. Не могу больше, домой хочу. А еще пришло письмо от мамы. Сказала, ты уже взрослый, выбирайся сам. Короче, решил я копать туннель домой. Пусть эти вьетнам-конгшаны тут сами на своем рисе и на стойке из боярышника этого дикого коммунизм устроят и с американцами воюют. А я так не могу. Мне пиво надо, мне колбаса надо, мне женщины нормальные надо, а не эти обезьянки из деревьев. Фу, срамота какая, как вспомню. Ладно, я копать туннель, а вы подписывайтесь на наш канал и инстаграм. Ну и, конечно же, присылайте нам пожертвования, чтобы мы и дальше могли копать туннели, снимать ролики. Ну и дальше будет больше. Гном копать домой. Побольше туннелей, а побольше зомби.